рождения тебя! С днем рождения! Доброе утро, мои хорошие! Сегодня я начинаю утро с завтрака, с Денечкой. Я сделала 4 яйца, сейчас взбила, немножечко посолила, соевое молоко добавила и буду делать с сыром. Сейчас я такой блин поджарю. Сковородка гриль у меня, потому что та другая грязная сковородка, я не успела еще помыть. Сейчас как раз запачкаю все это и в посудомойку брошу. Вот, сейчас сделаю завтрак, в общем. Покушаем и дальше расскажу о планах. Спасибо. Давай, сейчас еще сыра надо нарезать. Это мало сыра, еще надо. И накрываем крышечкой. Вот хорошо бы с крышкой, да, это делать. На медленном, на самом медленном огне с самого начала делаем. Не добавляю зелени, потому что зелень Денька не любит. В общем-то, я себе, наверное, отдельно уже добавлю. Хотя, вот я ему готовлю без зелени, и как-то и самой уже резать не кайф. Все на спеху. И вот, когда уже растаял сырок, в принципе, уже все готово. Можно выключать и добавлять зелень, кто любит. Ну что, вот такой завтрак у нас с Денечкой получился. Ему просто яйца с сыром. Вот, индейка. Сейчас будет, не будет, не знаю. Будешь индейку, Дэнь? Мяско. Ну хотя бы яйца давай, белок получай. Себе посыпала немножечко зелени, потому что я люблю зелень. Все, бери вилочку, хлебушек кушай. Та-дам! Неожиданно, негаданно вообще. Мы не собирались даже выходить. Мне кажется, я уже с девчонками переписывалась, общалась и думаю, говорю, не, я сегодня дома остаюсь. И в итоге вспомнила, что сегодня к нам приезжают наши путешествующие учителя. Буддийский взгляд, все дела, и друзья собираются, 2 дня лекции будет, и, конечно же, я бегу, лечу, я не пропущу с Денькой, там будут детки, я тоже думаю, да, какая-то отдельная у них будет там атмосферка своя, я послушаю лекцию, потому что нужно поддерживать взгляд, и, в общем, для меня это важно. И, конечно же, когда я выхожу, и для меня это праздник всегда, когда Путуч приезжает, вот, пожалуйста, я вот эти, на самом деле, брюки никому не отдавала, и каждый раз, когда я их одеваю и думаю, блин, как они классно сидят, как они мне удобны. Единственное, что надо подобрать лук. И вот в конце концов, смотрите, совсем недавно это я в Заре взяла, как оно все идеально. Ну, естественно, эта обувь сюда просто шикарная, и шапка просто акцент такой яркий, все отыгрывает. Короче, я счастливая, яркая, иду как на праздник к своим друзьям в гости. А Милочка вот в такой позе остается дома, да? Будешь ждать нас? Мы недолго, котечка. Иди, поцелую тебя. Ты когда без нас, зайка, ты поспокойнее. Когда мы дома, тут крики, оры стоят какие-то. Блин, у меня такие большие карманы в этой куртке, что я порой, знаете, все в один... Ну, у меня распихано обычно, там, допустим, камера в одном кармане, телефон в другом, одни ключи в одном кармане, другие в другом, там, маска в одном кармане. Ну, дофига всего в кармане, удобные они, и фасон куртки такой, что не видно, что в кармане что-то напихано. Это очень удобно, но порой бывает, я замотаюсь, и все в один карман сложу, потом только раз в одном кармане, ничего нету, в другой лезу, думаю, неужели я все туда сложила, начинаю искать, не могу найти так много всего там. Ой, большие карманы. Сейчас думала, камеру потеряла. Думаю, да, вышла из подъезда и потеряла камеру. Все, мы едем, на улице погода, просто шик, блеск, красота, блин. Завтра я по любасу должна выйти днем из дома. Вот, не под вечер. Пришли, Денька чувствует себя как дома. Укрылся, книжку взял сразу. Смотрите, какую. Вот. Я ее еще не читала, кстати. Да, читай, мы тебя не отвлекаем. А кто у нас в гостях? Доброе утро всем, мама Чули! Красотка! Денечка кушает у нас гречку с мясом. Какой молодец! Под бабушкиным чутким контролем. Как дела? Прекрасно! Я завтра сына родила. Ай, завтра день рождения Виталика. Он к нам приходит в гости. Мама тут будет помогать немножко. Мама уже компот сварила. Компот на завтра сварила, да. Картошку, может быть. Ну, это он уже позвонит, скажет, да. Я только что сделала масочку для лица. Вот жду, пока покраснение сойдет. У меня на все маски просто покраснение. Это редкие маски, когда нет покраснений. Такое лицо у меня, не знаю почему.
Вот, сегодня Денечка остается с мамой. Я собираюсь заехать в спортзал посмотреть, да, что там да как, да, ну, детские, как дети там занимаются. И сегодня опять я поеду на лекцию с друзьями, но уже без Деньки, чтобы нормально и помедитировать, и лекцию послушать. А то все-таки туда-сюда бегаешь. Вот. Но все равно я с Денькой вчера послушала лекцию, даже он так спокойно сидел там, да, смотрел мультики и... Прям некоторые заметили, это говорят, такой ребенок спокойный, сидит вот так спокойно, так долго времени, вообще круто. Я говорю, ну да, он у меня умничка. Умничка он у меня, говорю. Вот, короче, сегодня я отдыхаю, нужно взять от этого все. Завтра, да, день рождения у брата, завтра он приезжает, он уже там что-то сам назакажет, шашлычки туда-сюда, приедут родственники, все к вечеру ближе приедут. И Кристину он пригласил, Кристина должна еще приехать. Вот, ну, пока собираюсь, буду выходить, возьму вас с собой. Вчера, кстати, ничего не сняла с этой лекции, потому что, ну, много людей, и не стала я снимать, никому причинять дискомфорт, ну, и сама, как бы, я вся была углублена в лекции. Вообще, очень полезно себе иногда освежать, да, освежать, потому что я вот это вот загрузилась, работа, работа, дом, вот, и вот все как-то вот так, да, комом идет, и... Иногда хорошо почитать какую-то книгу, какую-то литературу духовную, да, которая вот ведет тебя к чему-то более высокому, чем, ну, все вот эти наши приземленные потребности, да, на которых мы вот так голову нашу закруживаем, да, и надо останавливаться и понимать вообще, для чего мы живем, смысл нашей жизни, как что делать, чтобы быть в жизни как можно полезнее. Не только для себя, но и для других. Вот. Поэтому я рада, и для меня вчера прям просто вечер был просто кайф. И сегодня тоже будет. Так, а вот мама сделала компотик. Смотрите, какой красивый. Тут и клубничка, и яблочки, и вишня. Красота, остывает. Сейчас мы с мамой будем завтракать вот такими бутербродами. Кстати, мне очень понравилось в Ашане, вот то, что Таня подарила. Вот такие маленькие... Вот я в баночку пересыпала чуть-чуть. Маленькие баночки. И как бы она быстро надоедает, много ее не съешь и крэп. Просто помню, как там полкило или килограмм брала. Блин, мы ее уже еле-еле, уже лезет изо всех щелей. Уже и там, и сям отдавали. Поэтому маленькими самое то. И вот я вчера поела, вот сейчас мы с мамой пойдем, тут еще даже на два бутерброда. Я вот не люблю много икры класть на хлеб. Мам, вот так ты любишь или тебе побольше надо? Для меня нормально. Для меня она просто очень соленая, и я вот люблю, это даже много я положила, я себе кладу еще меньше, на самом деле, я люблю вот такие вот. Бери да, вот где больше, нормально. Хотя везде одинаково. Да. Вот. Короче, мы завтракаем вот такими бутербродиками вкусными. Выскочила из дома, совсем вам не сказала. Короче, сегодня я одела кроссовки, мама говорит, жарко на улице. Сегодня я одела такую вот кофточку, сережки, первый раз одела сверху, видите, вот. Надела цепочку, которую я купила, и выгуливаю свою сумочку. Такая, чувствую себя. Шапку даже не одела, мама говорит, там очень-очень жарко. 8 градусов, ветра нет. Кайф. Так, прошлась по улице, погода реально классная, хорошая, ветра нету, даже у нас ветреное очень такое место, выходишь с подъезда и прям ветер. И если этого нет, то значит ветра нет. Чутка сыра тогда, в принципе, вот так вот, как я одета, это выйти куда-то в магазин, зайти в машину, то есть не гулять по улице, комфортно будет. А если бы гулять по улице, я бы, честно говоря, одела бы шапку. Но я ее не взяла. А, у меня какая-то... Нет, я все шапки отнесла домой. Короче, я без шапки, значит, по улице мне точно не варик гулять. Ушки будут мерзнуть. Ну, и если я распущу волосы, это будут греть немного. Я сейчас собрала, потому что кайф открыть уши, вот сережки как-то вот более смотрятся под этот образ, мне кажется. Вот. Короче, люблю, когда у меня есть возможность выйти и одеть что-то новенькое. А то лежат мои все крутые вещи. Накрутейшие вещи. Ну, крутые для меня, я имею в виду, да? Которые хочется одеть и выгулять их, ждут своей очереди, и все никак не получается. Вот. И хорошо, когда какие-то мероприятия, люди, которые будут на тебя смотреть, нет-нет, поглядывать. Хочется что-то новенькое, да? В общем, я довольна, сумку выгуливаю. Ну что, мои хорошие, приехала я домой, время 12:30 ночи. Прекрасно провела время вообще, просто, блин, столько друзей. Нас 15 человек сегодня ходили, искали, где нам всем можно посидеть. И такая большая компания, и вообще просто
Best the best. Я провела время, прям отдохнула. Редкие моменты, когда я так отдыхаю, ну, я прям радуюсь. Прям мозг мой отдохнул. Очень много полезного. Вообще, за последнее это время, вот скоро обязательно вам сниму видео все-таки про книги, которые я прочитала, потому что есть книги достойные, которые реально торкают. Вот, знаете, что-то да в них есть. И я человек вообще привередливый, особенно что касается, знаете, каких-то вот идей, чего-то такого, знаете, ну, чтоб реально кажется, чтоб работало, да, потому что вроде бы открыты все двери, мне кажется, для меня, да. Бери, используй, очень много всего знаю. Короче, очень мало книг, которые могут реально торкнуть и указать на что-то интересное, да. Все они, ну, как бы, короче, блин, долгая история. Обязательно скоро хочу вам снять видео о книгах, которые я прочитала за последнее время. Сейчас хочу просто одну дочитать книгу, которая реально классная, мне прям нравится, она меня торкает, и она что-то щелкает, открывает, как будто удостовериваюсь. И вот, ну, очень интересно, я вам расскажу потом, да. Думаю, многим будет полезно. И еще одну книгу хочу прочитать, потому что она тоже важная, и тоже хочу вот подчеркнуть и уже тоже о ней сказать, потому что, мне кажется, она тоже будет очень интересная. Вот, и тогда уже сниму это видео потом. Вот. Так что завтра день рождения. Сейчас мы с мамой чуть перекусим, потому что что-то я не кушала ничего. Зато выпила безалкогольного пива. 0,33. Вот. Ну, короче, что-нибудь надо перекусить. Может, мы какой-нибудь фильмец сейчас включим. Так хочется с мамой что-нибудь поглядеть на большом телеке. Здесь очень уютно спать, кстати. Вот, полежать. Классный диванчик такой. Короче, я кайфую, правда, вот что-то последние все события заставляют меня обращать внимание на то, что я имею сейчас. И я читаю книги разные, да, особенно когда касается финансов, как разбогатеть, как стать богатым. И что-то за последнее время приходит ко мне мысль, такая интересная. Ладно, я поделюсь об этом с вами потом, когда о книгах буду рассказывать, наверное. В общем, ждем завтра, готовимся к дню рождения брата. Спокойной ночи. Всем привет, день следующий. У нас, как видите, шумгам трататам, и это только двое маленьких деток. Вот, мы ждем гостей сейчас, я только искупалась, ушла из души такая. Вот, Денька с Настей бегают, Виталий уже вон приехал. Мы тут пока по-домашнему, это хорошо, что вот по-домашнему, знаете, вот так вот. И я еще в домашнем. Фильм какой-то тут идет. Тетя Марина приехала, подарила подарочки, лол. Патруль. Да, щенячий патруль, сладкий календарь. Тебе нравится? Тетя, да. Тетя Марина подарила подарок. Ты хотел подарок сегодня? Щенячий патруль. Мариночка приехала, вот она красавица. Тетя моя. А я уже тут была. Сестра, мама, да. Все такие нарядные, а мы такие в домашнем. Ничего вас не напрягает? Ты же не могла в пижаме приехать? Или в чем? В домашнем? Не мог приехала бы? Надо было пижамную вечеринку, да, устроить? Да, точно. Ух ты, что там? Это разукрашка. Так, тут шоколадки. Какая разукрашка? Тут выдавливаешь. Так, шоколадки только тут кушаем. А, подожди. А то я вас знаю. Вот, смотри, выдавливаешь, видишь? Выдавливаешь. И что? Нет, выдавливать надо как-то, наверное, не закрывать. Нет, а вот так, подожди, стой. А, сейчас, да. Закроем обратно. Давай. Смотри, выдавливаешь. Я видела такое у Киркорова детей, но там, наверное, дорогая была, там, и Вивьен, там, не знаю, может, там. Вивьен. Они что-то выковыривали, на елку вешали. Такая смотрит на тебя, смотри. У нее только закончилось ее женские дни. А ты можешь на мужчину? Нет. Вот, ну, каждом этом пожелании. Она это сейчас немножко такая на отходосе. Я не буду тебя трогать, не бойся. Да не, она нормально, видишь, с тобой. Нормально, да, бешеный взгляд. А между прочим, не нормально. Те, кто не любят, не надо трогать ни детей, ни животных. Они сами, когда захотят, подойдут, не захотят и не надо. Может, у тебя энергия это. Короче, тут надо еще читать. Ага, все. Похвать, тетя Марина меня. Ай, все. Все правильно, надо выдавливать, да? Да, выдавливаешь и читаешь. Тут еще читаешь, пусть жизненные трудности, да, мгновенно преодолеваются.
Да, для детей хорошая, конечно. Да, впереди много крутых возможностей. Балдеть, класс. Хочешь конфетку? Надо Эльке показать. Я хочу, а что у меня ждет меня? Давайте, 8. Есть 8? Моя цифра 8. Вот она. Так. А, здесь как будто, глянь, ключик даже, да? Потом раз. Я тоже сниму носки, потому что я терпеть не могу. Так, у меня ты любима больше, чем можешь себе представить. Да, это важно. Да, и как? И как ее выдавливать, чтобы под ногтями не осталось? Ну да, молочный шоколад. Господи, уже писали бы на шоколадке, да? Давай, мам, что тебя ждет? Давай. А что, надо любую какую-то нажимать? Да, цифра любимая есть? Риск типа ключ. Любимая? Ноготком. Любимая. Ну нет любимой цифры. Любую давай. Где пальцем? Давай. У тебя 25 любимая. Да. А если 2-5, ну, это давай, сложить пятерка. Пятерка. Давай 20. Вот это вот ноготком под колени. 2-5 сложить семерка. Маленькую. Здесь. Да, действительно. Так, читай. Пусть вся твоя жизнь будет праздником. Ура! Та-дам! Смотри, киси. Да, смотри. Один, давай. Один. Видишь цифра? Один. Нажимаешь сюда. Смотри. Щенячий. И что здесь? Шоколадка. Без досок, без топоров, через речку мост готов. Здесь что-то другое. Кушай. Все, остальные в следующий раз. Тоже животик будет болеть, надо. Хорошо? Да. Поцелуй меня. Что-то Это Симке дай шоколадку. Лед, что ли? Вот, молодец. Нет, все, Кися, по одной. Это моя. Живот будет болеть, сказала. Это задумал на Настя. Настя, да. Солнышко, Настя, молодец. Все, все по одной съели. Все, потом еще, ладно? Да. Молодец. Ну-ка, что за история тут? Короче, начали мы доставать любимые свои числа. И мама пошла, села и вычислила, какое мое число. По нумерологии. Какое? Оказывается, единица. Никогда бы не подумал. И я открыл первую вот эти конфеты и открыл себе единицу. Представляешь? Пусть жизненные трудности мгновенно преодолеваем. Ну, только и будет. Так и есть, так и... Совпало. Да, жарко у нас. Клево. А я бы не подумал, что... А, кстати, моя цифра любимая 8, но по нумерологии, я не знаю, мама, по нумерологии... Мама, сейчас складывать, я посчитаю. Скажи, что у меня? 20. Мама тут вы счеты ведет. У меня 3, правильно, у меня 3. Ты знала, да, как будто? А 9 это чье? Ну, это я просто складывала. А, это... тройка твоя любимая? Мое нелюбимое, мое число, это мое число просто. День я тебя, с днем рождения, с днем здоровья, с днем рождения тебя. Сейчас будешь дуть тоже. Все задуют. Подожди, Виталий первый. Давай, загадывай желание сначала. Ура! Настя, теперь. Молодцы! Еще хочешь? Что еще хочешь? Еще, давай. Это торт избывает ваши все желания. Да, 3+2. Давай, иди сюда. Тима, давай. Тимур, подожди. По очереди. Давай. Интересно, у вас так же с детьми? Все дуют? Слушай, подождите, ну. Тимур сейчас. Настя, заманись. Сейчас Тимур. Один Тимур. Молодец! Еще разок, давай, и все. Еще разок, у тебя все. Сколько желаний, давай быстро загадывай все. Сразу. Мне кажется, вам нужно купить одну большую свечку каждый день. Ой, какая вкусняшка. Кто займется? Смотри, какой красивый шарик, хотела сказать, тортик. Красивый, мне очень интересно, с чем. Виталий, а с чем тортик? А кто знает, с чем тортик? Кто знает, Наталья, с чем тортик? Что такое вообще? С вишней? А там бисквит или что? Вот это что такое? Не знаю точно, что внутри. Давай разрежем и посмотрим. Да, это просто любопытно. Давай. Девочки, мы вот разрезали торт. Обалденный. Так, нельзя торт так есть. Вот здесь кушай. У тебя полная тарелка торта. Хочу. Не надо здесь. Вот тут ешь. Эй!
Нельзя тут. Дэнь, дай сниму. Дэня. Я сейчас вот это заберу у тебя. Я сейчас заберу это. Девочки, смотрите, тортик разрезали. Очень интересно здесь бисквитик. Здесь вообще очень вкусный крем. А вот это очень хрустящее. Не знаю, как это сделано, но что-то хрустящее, прослойка. Он на самом деле очень сладкий. Менее сладкий, если был бы, было бы еще лучше. Но он при этом очень-очень вкусный, необычный. Необычный? Так, Денечка оседлал тетю еще. И счастливого пути. Что он тут делает? Он сказал, он придет только с мультиком ко мне. С мультиком? Ты придешь ко мне? Такой, нет, я говорю, с мультиком. С мультиком приду. Все, сейчас мультиком. Привозите. Да, провожаем, короче, частями гостей. Мама уже оделась на старте. Я жду, я с Виталиком. Да. Мусор вынести. Мусор, как всегда, вынести надо, да. Уж семья. Какую? Тебе подчеркнуть надо. Ой, Настя. Подожди, подожди, Надя. Ты же Рапунцель. Настя, ты же Рапунцель. Настя, волшебный пельник. А что ты там делаешь? Это ты уронила. Ты что-то уронила, да? А вот ты слепая. Стаканчик уронила. Простюшка решила сполоснуть посуду. Уронила стаканчик. Потому что вся посуда была помыта в машинке. Вот, осталось по стаканчикам. Все. Ну, чтобы не загружать машинку лишний раз. Да, батюшка. Ой, да, у меня грязная камера. Ну что, мои хорошие, да, я же хочу сказать пару ласковых. Закончился день рождения. Гости нас покинули. И мы с Кристюшей, естественно, сидим вот в 6 утра, начало 7 утра. Трындим. А чем мы не идем спать, как ты думаешь, Кристин? Потому что Милка не спит, ты говоришь, да? Она не спит, потому что она на стук стакана пришла. Не надо такая. Мы не спим, потому что, мне кажется, Крис сказала, завтра утром уеду. Получается, что как только мы ляжем, мы, считай, попрощаемся. Мы, считай, попрощаемся. То есть мы, если идем спать, мы как бы говорим, все, пока. Да надо с председателем ЖКХ договориться. Ей надо с председателем ЖКХ встретиться. В общем, я думаю, что я закончу этот влог, да. И, наверное, уже следующие там видео начну, какие, да, я не знаю, этот влог, что тут у меня получилось в этом влоге. Сильно тоже день рождения не снимала, получается. Мы много пели, если честно, и песни сюда я не записывала, потому что YouTube может выключать звук каких-то видео, которые не разрешены. Поэтому, дабы мне не отключили звук на всем видео, я просто не рискую и не снимаю. Но у нас было сегодня караоке. Я тут все включила, красоту. Пели, пели все. Да? Пели все. Не было никого, кто не пел. Все. Кристина, Виталик, Марина, тетя моя, мама пела, Катя, Наташа. И пели все, мы и втроем пели, и вдвоем, и Виталик с каждым спел, и потом мы друг с другом. Короче, напелись до 11 часов, прям четко пели, и в 11 ровно вырубили караоке. Еще потом чуть-чуть посидели, поболтали и разбежались. Денька спит уже давно, конечно, а мы тут с Кристиной темы всяко разное поднимаем, а высокие. Вот, так что... Всем вам желаю спокойной ночи, да, или хорошего дня, если в ложек утром смотрите. И целую, люблю, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!